Здравствуйте все. Приятно вас всех видеть в Армении. В этом году, после того, как уже, наверное, 8 лет я участвовал в предыдущих SQA, и теперь моя принимающая сторона. Добро пожаловать в Армению. Очень рад вас видеть. Я очень рад, что, несмотря на все сложности, вы приехали. Итак, меня зовут Саргис, я ветеран SQA-тестирования, это 8-й или 9-й раз я выступаю на подобных мероприятиях, всегда очень приятно перед вами выступать. Я работаю в Kickstart, директор по качеству, уже 14 лет я в этой сфере, в основном автоматизацией занимался, различные компании я сотрудничал, сейчас возглавляю команду из 90 человек, причем занимаемся мы различными аспектами автоматизации. Сегодня мы будем говорить об интересной теме, особенно если вас интересует мобильная автоматизация. Мы будем обсуждать то, как мы делаем Selenium Grid вместе при помощи Appium эмулятора и как можно их использовать при тестировании. Итак, вас интересует мобильная автоматизация? Вы это уже делали при помощи Appium? Это немножко продвинутая, конечно, тема, так что если какие-то будут у вас вопросы, то в конце можно будет их задать, или же вообще можно ко мне подойти отдельно, можем во время конференции это обсудить. Знаете, что с Appium, если сравнить с вебом, это немножко сложновато. Appium более сложное, к iOS переключаемся параллельно, приходится тоже делать. Так что это вот одно из решений Selenium и такую приборную фирму создает. И получается целая симфония, то есть соответствующая среда, которая для вас должна подходить. Итак, я хотел бы рассказать о тех сложностях, которые у нас возникают. Все совсем по-другому в мобильном тестировании, если сравнивать с вебом. У нас на девайсе крайняя зависимость, и от этого тестирование сложнее. У нас, конечно, вопрос локализации, когда приложение с разных мест работает, то может быть разный результат. У нас есть производительность, это краш-тест, потом memory leak, особенно краш, здесь очень сложно. Различные соединения интернета в это время используются. Wi-Fi, мобильная связь, интернет. Причем может получиться различный набор и различные инструменты. Какие нам нужно использовать инструменты? Ну, скажем, как можно сеть захватить. Потому что с мобильным вариантом довольно сложно, и при помощи Appium этот вариант и существует. Чтобы эти вопросы решать, в нашей текущей компании мы приняли решение построить свою собственную мобильную фирму. Это нелегкая задача и не дешевая, но в конечном итоге, когда уже построена такая фирма, это все-таки дешевле, чем использовать облачное приложение, особенно в сложных случаях. И если можно свою такую фирму сделать, получается дешевле. Но решение довольно сложное, нужно дважды подумать, прежде чем начинать. Также существуют различные причины, зачем, может быть, нужно такое решение. Зачем такую фирму делать, зачем это все тестировать внутри компании, внутри нашего физического офиса, вместо того, чтобы использовать облачные возможности. Вот несколько примеров возможности тестирования на реальных
приборах. Зависит, конечно, от проекта в значительной мере. Приложение, которое мы разрабатываем, это редактор, там визуальный редактор. Проверяем пиксели, потом фильтр применяем, нужно понимать, хорошо ли работает фильтр, потом что-нибудь рисует, просматриваем. Эмуляторы, симуляторы мы не можем использовать, потому что вот эти библиотеки просто не работают в виртуальных машинах. Так что это одна из причин, потому что мы должны использовать реальный прибор. Конечно, можно эмулятор, симулятор, логин, логаут делать. И критичные какие-то функционалы использовать. Но для нас это не так существенно. Также инфраструктура пользователя, необходимая для автоматизации, мы кастомизируем эту инфраструктуру. Есть действительно немало серьезных причин, чтобы это все держалось в секрете и не пользоваться облаком. Так что это вопросы безопасности, нужно это сохранять в пределах компании. И это редактор фотографий, как я уже говорил. Существуют тесты, например, сжатие изображений в зависимости от телефона, пусть даже одна и та же модель. Скриншоты могут быть на 2-3% разные. И в итоге немало сложных ситуаций возникает. Скажем, у нас существует набор тестов, которые для одного прибора, другой для другого. У нас ферма, и у каждого есть свой маркер в каждой ферме, и мы указываем, что только на таком приборе проводить нужно тестирование, так что это возможности для кастомизации, как вы понимаете. Если все можно сделать, то это намного дешевле, чем использовать облако. Ну, дешевле. Это и верно, и неверно, потому что кто-то же должен построить этот облак. И человеческий ресурс необходим, его тоже нужно учитывать. Поэтому подобное решение — это штука непростая. И здесь немало нужно времени. Основное достижение, о котором мы можем рассказать, это уже реальное использование прибора, девайса. У нас есть доступ к любому доступу набору автоматизации. Если нам нужно подписать приложение, мы можем автоматически это сделать, нам не нужно это делать вручную. Все при помощи фреймворка, инфраструктуры, которую мы создали. Любой из вас может провести процесс кастомизации. Мы используем защищенную ферму, доступа ни у кого нет, все под нашим VPN. Мы понимаем также, что при таких решениях нельзя все автоматизировать, и это верно, и нам это позволяет принять вот эту дилемму все больше и больше, потому что таких мобильных фермах это очень дорого, плюс тут все расслаивается порой, так что нужно концентрировать внимание на основных вопросах, нельзя проверять все и вся единовременно. Итак, собственно, исполнение. Я прокомментирую некоторые моменты. Вы можете самостоятельно потом ознакомиться с моей презентацией, посмотреть, как модель для вас работает. Нам нужен, собственно, мобильный девайс, Android, iOS,
с iPod мы тоже пробовали с таблетками, с планшетами. Можно выбирать с приложением. Мы используем, как правило, Java, но можно использовать и другие варианты. Тут особенно на это не влияет. Используем Appium, Selenium Grid и, конечно, Jenkins. Тут все подсоединено от Jenkins. Если говорить про автоматизацию, то это определенный паттерн, то я нажимаю кнопку и все работает. Тут никакого ничего ручного не должно быть. Если есть набор автоматизации, и вы начинаете ручно что-то делать, какая же это тогда автоматизация? Скажем, если вручную нужно запустить что-то, тогда это не автоматизация, это полуавтоматизация. Частично автоматизированный процесс. Так что мы старались, как могли, чтобы получилось соответствующий пайплайн и потом выбрать уже разновидность. То есть, скажем, хочу провести тест в этой области. И дальше пойдет загрузка кода приложения. По iOS свой будет. Потом на пайплайн выходите, и там уже непосредственно пойдет тест. То есть все делается в один клик, и потом, когда вы уже в офисе, можете просто кликнуть, и утром уже будет результат. Еще интересная автоматизация, довольно много это делает. У нас немало интеграционных Jenkins'ов. Любой Jenkins я могу сам для слайков делать. Вот я Pixart, скажем, это тоже вопросы качества. Мы автоматизировали все процессы выпуска. То есть, когда я хочу выпустить новую версию, скажем, Master Branch, открываю Slake и спрашиваю бота. Прошу выпустить от хозяина и новую версию, через 40 минут уже в обстоятельстве. Автоматизация всегда уже для меня была каким-то зиком, мне все так это интересовало, все хотелось автоматизировать, немало ресурсов использовать, чтобы была мобильная ферма. И подход мой, скажем, если многие продают сервисы с облака, то там нужно время, тогда нужно это время найти. Итак, в отношении стека, который мы используем, Mac Mini, для приборов на iOS мы можем использовать только Mac Mini. Сейчас для Android мы используем другую машину, для iOS мы используем ботовую машину, зарегистрированную. Используем Power Hub, чтобы всех подзанять в эту машину, используем кабели USB и Type-C, Android, и есть мониторы, уже, правда, не используем, но были раньше мониторы, где показывали последний прогон. Интересно было вначале, конечно, то есть на полку в офисе поставить, все ходят и смотрят, как там в офисе, вот, как продаются эти телефоны. И вообще довольно интересно было для людей. Приходили, смотрели, что там на телефоне происходит, а потом это уже становится достаточно обычным делом, и от этого отказались. Так что экосистема вот так вот выглядит. Вот здесь Jenkins. Mac-машина, которая подсоединена. И чтобы ускорить Selenium Grid, используются все девайсы, которые через USB Hub к одной машине подключены. Мы регистрируем все эти девайсы отдельно в Selenium Grid. Каждый телефон получает уникальный порт на сервере, и когда вы прогоняете тест,
сеть выбирает, какие порты свободны, куда можно передать тестирование. То же самое касается Android и iOS. Сегодня, за неимением времени, я рассмотрю только настройку для Android. А для iOS будет примерно то же самое. То есть каждое устройство превращается в узел в сети. Как запустить Selenium Grid? Сейчас мы используем Hub 3, хотя уже разрабатывается четвертый. А в Appium версия 2.3, хотя полностью еще не выпущено. Для того, чтобы разогнать Selenium Grid, можно использовать Docker. Вы можете создать специальный файл. Это последняя стабильная версия. Здесь мы указываем количество циклов. JavaScript 2 и используем 4 порта. Как это работает? Вы вводите в строку Docker Compose App.d и в фоне, для того, чтобы вас не отвлекать, начинается работа. То есть скачивается изображение в Selenium, и в конце концов Selenium Grid будет работать на вашей машине. Другими словами, мы добавляем соответствующие порты через наклонную черту. Следующий шаг. Нам нужен Appium. Как я уже отмечал, в целях нашей презентации мы используем версию 2.0. То есть здесь вы в строку вводите следующее значение. Слово next — это следующий кандидат, тот, который официально еще не выпущен. Если вы еще не знакомы с Selenium 2, они отделили все драйверы от ядра. Другими словами, нужно будет загрузить и установить отдельные плагины под Android или под iOS. Они устанавливаются отдельно. Если вам нужно сжать изображение, то также необходимо установить плагин для изображения. И вы можете затем провести сопоставление для получения лучшего результата. После этого нужно создать сконфигурированный файл. Таким образом, мы конфигурируем узел. Для iOS у нас будет, конечно, другой файл. Одно устройство может прогонять одну ветку теста, одну нитку теста. Вот это скриншот того теста, который я проводил. Здесь указан IP, который был актуален на тот момент. Указан под 4444. For the node, we can run the Appium server.
сервер будет регистрировать новые узлы в Selenium Grid. Здесь вы можете ознакомиться с тем, как формируется строка. Указываются возможности и по умолчанию, и системный порт. В рамках Opium 2 все возможности, которые хотите вы добавить, должны начинаться с opium.port и UID. Так работает сервер для Opium. Вот вы видите, я указал порт 4740. Здесь нужно поменять ID системного порта. Вот здесь показано, что у нашего девайса другой ID. К моменту создания этого слайда я использовал два устройства плюс эмулятор. Для эмулятора используются те же шаги, что и для физического устройства. Таким образом, у меня была трехузловая конфигурация, и сетка готова прогнать тест, выполнить тест. Вначале может показаться слишком все сложно, слишком много времени требует. Но, как вы помните, мне нравится автоматизировать все, что движется. Как вы видите, здесь три сета движущихся: хост, под, идентификатор устройства. Остальное все имеет стабильные значения. Главная задача – избегать ручного тестирования. Давайте пошагово разберем. Речь может идти о генерации дополнительных портов, может быть, в результате того, что сеть пропала, будет переназначен IP-адрес. Сегодня я использую одно устройство, завтра я буду использовать другое устройство, то есть это все вполне динамично. Эта команда актуальна для Mac'а. Вам нужно ознакомиться, как узнать актуальный IP. Вот здесь он показан. Второй шаг. Идентификаторы устройств, которые я подключил к конкретной машине. ADB devices. С идентификаторами, с наименованиями. Здесь мы опускаем все наименования, оставляем только IDs. А затем формируется короткий скрипт. Мы присваиваем текущей машине IP. У нас есть устройства, которые будут далее перечислены. Если три устройства, то в перечне будет зафиксировано три идентификатора. Порт и системный порт. В Opium рекомендуется начинать с порта 4730 и системного порта 8220. Если два девайса, два прогона, если три, три прогона, если 10, то 10.
Что касается повода 4730, вот идентификатор, мод S-Port. В конце вы ставите знак для того, чтобы циклы продолжались. Конечно, вы можете 1 или 10 вписать. Для каждого узла под должен быть уникальным. То есть всякий раз я добавляю плюс 2, чтобы номер пода менялся. Затем будет второй, третий прогон и так далее. При прогонах скриптов происходит регистрация трех опиумных серверов в Selenium Grid и формируется сетка с тремя узлами. То есть вся эта длинная история находит выражение в одном скрипте. Главное, чтобы каждая строка в скрипте была вам ясна и недвусмысленна. То, что мы сейчас используем, написано в Jenkins. Это бинарная система исполнения теста. И все это передается в Selenium Grid. Selenium Grid выполняет работу во всех системах, которые упоминал, и генерирует для нас отчет. Я упоминал проект с 30 устройствами, где мы 2000 кейсов за 2 часа выполняем с использованием этого приема. Я концентрировался на 3 устройствах, но можно и 30, если машина достаточно мощная, производительная, то есть масштабируемость возможна. Ну и в конце один из наших примеров. Все эти устройства подключены к хабу Selenium, и вся эта работа происходит параллельно в течение часа или 2. У нас порядка 5000 на веб, около 2000 на андроиде и 1500 в iOS. Собственно, это все с моей стороны. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Большое спасибо. Первый вопрос. Спасибо, это не вопрос. Скорее, комментарий у нас. Возникла проблема с устройствами. Недостаток мощности. Может быть, порекомендуете модель хаба, модель агрегатора. С зарядкой проблема, да? Есть и другие проблемы, когда вы их используете в 20 часов в сутки. Батарея не справляется и выгорает. Устройство выходит из строя. С этим конкретным моментом у нас был вопрос с USB. Устройства расходовали больше электричества, чем успевали подзаряжаться. И в какой-то момент отключались. Я месяц занимался этим вопросом, пришел к ряду выводов и решений. Один вывод вполне состоятельный, позволяет устройствам не выходить из строя, можно подключить сразу 20, и они будут подзаряжаться и одновременно расходовать электроэнергию. На Амазоне можно тоже купить, мы заказываем
некоторые сервисы с Амазона. Еще есть вопросы? Why you are not using IPM server only? В этом случае, когда у вас различные IPM серверы с разными портами, то есть каждая нить должна с отдельным портом проходить. Это совершенно очевидно. У нас один порт, один URL, и здесь уже сетка сама решает. Это первый вопрос. Ну вот, QRL мы начинаем, это местный хост будет 444 плюс hub. Если потом 4730, 32 и так далее, и тогда 30 будет URL. И нужно смотреть, чтобы каждая нить пошла на один сервер. Во-вторых, почему нет? Я попытался здесь упростить, чтобы понятнее стало. То есть, чтобы было как-то полегче. Есть немало возможностей. Ну, скажем, при помощи сетки можно видео получить. В нашем случае вот возле стола, например, находитесь, но я могу этот стол закрыть, и помощью сетки можно иметь доступ к любому прибору. Ну, или если вы можете видеть, как тут девайс работает, то тогда совсем не нужно определять, как тут тест работает. Существует масса функционала, который можно здесь использовать. И также, если взять перед четвертый, я не хотел презентацию делать уже на эту тему. Мы лишь просто показать то, что мы непосредственно делаем. В следующем году, может быть, у нас будет тема и такая с новыми инструментами, но сейчас вот то, что есть. То есть, если мы глубже начнем копать, то мы найдем больше преимуществ. Ну, скажем, если вы напрямую связаны с Appium, то он может там висеть, и, скажем, здесь для тайм-аута нужно каждый узел делать сетап, и в этом случае вы говорите хабу. Если не получаете запрос через 30 секунд, то тогда нужно, чтобы перебрасывать на следующую угрозу, смотреть, как лучше. Еще один вопрос, пожалуйста. Большое спасибо. Может быть, я не запомнил, но почему вы избрали грид, а не соленоид? Мы используем соленоид на вебе для автоматизации. На iOS просто соленоид не работает. Нам нужен Android и iOS. Изначально я говорил, что я показываю пример на Android, но достаточно похож на iOS. У нас времени недостаточно, поэтому я по iOS тут не дал то, что нужно. Может, в следующий раз можем по iOS отдельно поговорить. А второй вопрос можно? Вы могли бы описать вкратце, как вы собираете отчеты старых узлов? Это вопрос такой сложный. Это для дистрибьюции основной вопрос. Это, пожалуй, самое сложное было. Почему тут нужен был я? В самом начале, когда мы разрабатывали, значит, на первом стадии было 10
зло в 10 отчетов. И было очень сложно как-то все эти отчеты открыть. Тогда, как вы знаете, когда идет алерт, то, собственно, генерируют файлы, и также скриншоты и так далее. То есть, что мы делаем? Сам по себе Jenkins сервер на облаке. И вот эти машины, они in-house, они зарегистрированы в облаке. И в конце прогона мы знаем, что у нас будет еще один пост-ран. То есть все файлы все равно пойдут на сервер, облачный сервер Jenkins, который помощнее, на специальную папку. Когда вы конфигурируете Allure-отчеты, то вы пишете, что вот файлы вот в этом директории, но все равно используются истории, потому что они друг другу не подключены. Мне кажется, что, конечно, историй может быть слишком много, но я вот с командой говорил, может, не нужно, но все-таки я уверен, что все реально. Нужно все файлы сохранять или хотя бы 10 последних прогонов. В основном точно так же, в основном все и поступают. Да, еще есть ИПАМовский портал, там по-другому. Там сервер нужен для отчета, и потом, когда там тот же токен используется для тест-прогона, но там получаете на ходу все отчеты, 10 результатов, то есть по требованию. Но надо времени довольно много, плюс еще поддерживать другой сервер нужно. Так, как-то раз я это делал, но потом я посмотрел, что поудобнее будет с Allure все-таки. Okay. Есть еще вопрос? Может быть, я не запомнил. Я слушал не с самого начала. Почему физически используют приборы, девайсы? У вас что, особые какие-то случаи? Это вот девайс, ферму. Почему? Вначале я говорил, что мы делаем фоторедакторы, проверяем. И нам часто нужно иметь дело с изображением. Скажем, правильно ли какие-то эффекты применены. У нас просто по-другому и нету, как сравнить с базовыми показателями. Но когда даже одна и та же модель iPhone 10, скриншоты все равно отличаются. Визуально вроде те же, но потом, когда код проверяют, то тогда там пиксели могут по-разному распределяться. Во-вторых, библиотек плюс-плюс, кто-то рисует где-то картинки или маски использует, или еще и так далее. При помощи различных библиотек это можно сделать. Это то есть, лишь работает на реальных девайсах. Это на эмуляторах не получится. И третья причина состоит в том, что приложение, которое мы используем для автоматизации, специально построено, и там есть особые параметры. Там в случае есть, где APK используется, а это уже информация частного характера. Так что в любом случае, если что-то попроще есть, работает девайс-ферма. И, наконец, последнее, но не менее важное, когда я рассчитывал расходы, стоимость, если, скажем, 30 приборов у меня с облака, и у нас 24 часа в сутки работаем, все время что-то работает. Там да, у нас очередь есть, утром мы там загружаем новые.
Там много что нужно проверить. Если мы соответствующие девайсы заказываем для 30 параллельных прогонов, это намного дороже, чем собственно построить. То есть за 3-месячную плату мы сможем построить большую девайс-ферму, но там нужно это все засетапить. И если есть у вас инженеры, которые знают, то тогда дешевле. А если это трудно сделать, вы начнете конфигурировать, может лучше заплатить, и тогда ограниченный доступ у вас будет. То есть есть и за, и против. Нельзя сказать, что это однозначно плохо, это однозначно хорошо, но нужно смотреть на конкретный случай. Ну что ж, все вроде. А, еще один последний вопрос. Большое спасибо за презентацию. Есть ли сложности, когда вы дебагингом занимаетесь на мобильных телефонах? В общем-то, у нас немало кастомизаций. Мы можем на одном приборе все тесты прогнать, хотя это, знаете, надо будет месяц. Но если 10 тестов на конкретном приборе, то тогда Jenkins будет делать эту работу. Вот тесты, вот такой прибор. Можем один и тот же тест, дебагинг, прогонять на Selenium Grid, и если какой-то конкретный прибор, то тоже можно проверить на местной машине это прогнать. Хотя не знаю, нужно ли это уж так. У них есть запись скринов, и у них там информации немало. Если взять с точки зрения дебагинга, вот отчеты Allure много помогают информации собрать. Когда есть какая-то ошибка, то тогда получается вся эта информация, которая была захвачена, прилагается, плюс логи, ID-логи и то, что нужно для репликации. Одним и тем же пользователем, если. И вот эти все данные мы сохраняем, прилагаем к отчету, чтобы все было под рукой. Но я уверен, что напрямую на ферме дебагингом заниматься не нужно, но возможность такая есть. Спасибо. Ну все ж, сегодняшний наш день завершен. Хочу вам напомнить, что Алексей, вам. Спасибо. Большое спасибо всем за то, что пришли на эту презентацию. Увидимся.